21 серии 20 сезона сериала «Тайны следствия». Светлана Чумакова и ее брат Иван работают в агентстве по организации мероприятий и праздников. Иван в очередной раз не приходит на подготовку корпоратива, и директор агентства грозит уволить обоих. Светлана врет, что Иван убит. На самом деле она давно не может ему дозвониться. Светлана звонит в полицию, говорит, что по адресу Ивана Чумакова произошло убийство. Ковин вызывает Швецову из Карелии. Посмотреть очередную серию вы сможете 29 декабря.